Коли ми прокидаємося, нам обов'язково потрібно буде зробити зарядку для того, щоб збадьоритися. А можна робити не тільки зарядку, а можна піти в спорт професійно. І саме ми будемо про це говорити, а саме про джіу-джитсу. І тому ми запросили до нас в гості Вадима Позанова, головний суддя змагань TMC-ліги, і Олександру Яковенко, чемпіонка Європи та чемпіонка світу з джіу-джитсу і амбасадорка ліги TMC. Доброго ранку! Доброго утра. Олександро, 2005 рік народження, чемпіонка світу і чемпіонка Європи. Скільки років ти почала займатися? Я почала займатися джиу-джитсу 8 років, як раз таки, коли це був, коли я перейшла з 2 класу в 3. Ми в школі змінили завдання, ну, тобто у нас 1-2 клас – це була молодша школа, це було окреме завдання, і з 3 по 11 – це інше. І коли ми переходили в нове завдання, мама мне пообещала, что если я закончу школу 2 класс, имеется в виду, с хорошими оценками, то я пойду на джиу-джитсу. У меня получилось. Это был стимул такой? Да, это был стимул. Ты так сильно хотела пойти на джиу-джитсу, что... Я, когда у нас были спектакли в школе, мы приезжали их ставить в старшую школу. И я увидела, ну, как бы брошюрку о том, что объявляется набор в группу с 4 лет на джиу-джитсу. И я маме просто вынесла весь мозг по поводу этого спорта. Мама сначала к этому ставилась очень скептически, сказала, что ну, пойдет, попробует, ее там, ей там сделают больно, и она испугается и перестанет. В итоге я занимаюсь 8-й год, но как бы не особо получилось у меня уйти. Вадим, ви людина, яка привезла джиу-джитсу в Україну і перший чорний пояс джиу-джитсу в Україні. Як саме ви привезли це? Давайте оговоримся сразу, что это не джиу-джитсу как таковое, да, это бразильское джиу-джитсу, это немножко отдельная дисциплина. А, ну, я его не привозил физически, да, то есть я просто пригласил сюда мастеров, которые согласились нас курировать, которые стали нашими техническими кураторами, и, собственно, под их эгидой мы открыли здесь первую школу бразильского джиу-джитсу. То есть вначале я просто проявил интерес на каком-то семинаре, а после этого начал заниматься для себя факультативно, после этого меня это затянуло, и через какое-то время я пригласил сюда бразильцев, которые открыли здесь официальное представительство одной из самых больших на тот момент команд. Ви зараз суддя, і що входить в обов'язки судді? Ну, я, в частності, в лігі ТМС виступаю в ролі головного судді. Головний суддя, він руководить суддями. Да? Тобто я не сужу сам, але я коректирую роботу суддей. Я, якщо необхідно, вмішуюсь в процес суддейства, якщо виникають якісь спорні ситуації. Я... скажем так, все конфликтные ситуации должен решить и восстановить справедливость. А вы якось им даете подсказки в ухо, чи це вже після? Нет, это происходит вживую, то есть идет процесс апелляции. Если кто-то из спортсменов или представителей команды считает, что в отношении к спортсменам была допущена какая-то несправедливость, он подает апелляцию. Я рассматриваю эту апелляцию, мы поднимаем видео, официальное видео на каждой площадке есть видеокамера, которая фиксирует весь ход поединка. Мы восстанавливаем ход событий, разбираем, был прав рефери или был он неправ. И, соответственно, меняем или не меняем результат поединка. Круто. Олександро, який у вас зараз пояс? У меня сейчас синий пояс. Синий пояс. Це який? Якщо брати, якщо в рукопашному бою, це недалекий пояс, щоб там вже досягнути. Який це пояс по рахунку? Ну, по взрослым это 2 пояс, то есть сначала идет белый, потом синий, потом фиолетовый, потом коричневый и дальше уже. А по детям, получается, когда я занималась в возрасте до 16, у меня были детские пояса. У меня был зеленый пояс, это максимальный пояс по детям. И когда человек переходит в возраст уже юниорский, он обязан получить синий пояс. То есть... Тобто все спочатку? Ну, по сути, у меня сейчас, как бы, можно сказать, мой первый пояс во взрослом дивизионе. Вот так. А не образливо стільки років йти и все-таки синий пояс? Чи... Абсолютно нет. Я считаю, что в моем возрасте пока что рано получать какие-то более высшие пояса. Мне нужно сначала больше опыта получить.
Ще таке питання. От якщо ти чемпіонка Європи і світу, наскільки тренер впливає психологічно на підготовку, чи все ж таки є своя сила волі і я буду йти до перемоги? Ой, ну тренер, безусловно, влияет достаточно сильно. Но, ну, как бы мы не исключаем факт того, что у меня есть какая-то внутренняя мотивация, внутренняя сила воли, которая мне тоже помогает идти дальше уже. А не бояться хлопці знайомитися, знаючи, що все ж таки чемпіонка, що може навіть і дати здачі? Я человек достаточно открытый, поэтому я знакомлюсь со всеми, я как бы не особо показываю, ну, то есть первым делом я не показываю, что я чемпион мира, условно говоря, но в принципе не бояться, нет. Но я сейчас больше фокусируюсь как бы на учебе, поэтому не особо нет времени для общения. Це відмазка чи? Це не відмазка, абсолютно ні. Я вчусь в фізико-математичній школі, і у мене день проходить школа, школа, школа. Приїжджаю домой і збираю сумку, тренування, уроки, все. Мене нету. А як відбувається навчання, коли йдуть збори? Коли у вас збори, я знаю, що вас забирають на 2 тижні, і там ж дуже сильна підготовка. Збори, на самом деле, проходять ситуативно. Тобто, от я зараз планую поїхати на збори в Карпати, недільні збори. Ну, на самом деле, я отличница, поэтому как бы у меня не особо есть пробелы в учебе. Но школа наша предоставляет возможность обучения в Zoom тоже. То есть ставят ноутбук в классе, и человек находится буквально вот тоже в классе со всеми. А это зараз полностью Zoom? Я просто не... У нас сейчас очное обучение, но есть возможность, если человек заболел, то он тоже присутствует в классе, ну, только через Zoom. Це круто. Мій час такого не було. І, мабуть, щастя. А можливо, і нещастя все ж таки. Так, до яких змагань найважче було підготуватися? Наверное, к чемпіонату міра, вот, который був совсем недавно, на котором я взяла первое место. Ну, було сложно в том плане, что много факторов влияло на мой период подготовки. Это был и коронавирус, и определенные проблемы с графиком моим. Но, в принципе, у меня вроде бы получилось подготовиться. Ну, если чемпионка света, мы не знаем. Да, дает, ну, вроде бы получилось. Вадим, если брать вашу карьеру, у вас черный пояс. Правильно. Це, а в каком году вы отримали его? Если это первый пояс, черный пояс из бразильского джиу-джитсу в Украине? Смотрите, тоже нужно оговориться, потому что как бы, я не первый украинец, который получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но я, скажем, первый, кто получил его, тренируясь в Украине. То есть от начала до конца, ну, если считать получение черного пояса концом, чем, собственно, это не является, то есть весь этот период, да, тренировочный был в Украине. До меня были украинцы, которые получали черные пояса, но они получали их за границей, то есть живя и тренируясь постоянно за границей. Свой черный пояс я получил 6 лет назад, 5,5 лет назад. Ого! Це такий довгий шлях, і йшли, щоб... Ну, я начал заниматься, вернее, скажем так, впервые я познакомился с бразильским джиу-джитсу в 2005 году. Вот. Рік народження, якраз. Да, да, да. Затем в 2008 году я открыл официальную школу, опять же, под эгидой наших бразильских кураторов. Вот, и 6 лет назад я получил черный пояс. То есть в бразильском джиу-джитсу это довольно-таки длительный процесс. Ну, я так порахував, що немаловато виходить. Ліга TMS, там лише хлопці, чи також буде і дівчата будуть змагатися? В нашем спорті соревнуються всі, і женщины, і мужчины. Даже есть подразделение инклюзивного спорта сейчас. То есть ТМС пропагандирует еще и спорт для инклюзивных людей. Ага, тобто, типу, як а-ля параолімпійці і тому да. подібне, так? Да, да. Люди з обмеженнями. Да, да. Ого, і багато таких людей до вас приходять?
Ну, немного, но начинают потихоньку, да. То есть, ну, это вам лучше было бы, конечно, по этому поводу поговорить с человеком, который этим занимается, который отвечает за это все. Вот, и я думаю, это была бы довольно интересная беседа. А вы тренуете людей, чи вы лишь теперь судья и все? Нет, тренирую, безусловно. Я главный тренер клуба «The Art Team Киев». Ого! А як давно? Я просто не бачу. В смысле? Давно вы тренуете людей? Ну, ты... Ну, да, всю свою жизнь я тренирую людей. А тобто ви разом із тим, як ви займалися, плюс і тренували? Чи ні? Чи ви закінчили, от отримали майстра, і тоді... Смотрите, я занимаюсь вообще вот единоборствами, да, спортивными, прикладными, классическими уже более 30 лет, да, то есть и как бы у меня преподавательский стаж достаточно большой. С 2008 года я переключился на бразильское джиу-джитсу, то есть я заинтересовался сначала, начал тренироваться, но ввиду того, что как бы здесь не было постоянного мастера, не было человека, у которого можно было просто на регулярных там, основах заниматься, мне пришлось самому же и преподавать. Поэтому я как бы объединял одновременно две роли – и спортсмена, и преподавателя. А вы тренуете? Сашу чи ні? Ну, собственно, да. Це якраз і ви є головним тренером, і людина, яка привела до чемпіонства, правильно? Ну, Саша ко мне попала не з самого начала, безусловно, то есть у неї був до этого тренер. Вот, она пришла ко мне уже сложившимся спортсменом. Ну, у неї були какие-то определенные цели, достижения которых, я думаю, что я ей помог. А важко працювати в дуеті, Саша, твоє враження? Чи легше, чи важче, ніж з попереднім? Мне очень нравится подход Вадима. Он более академический, то есть он более такой фокусирован и ориентирован на, так скажем, собственное желание учиться. То есть это не тот человек, который будет тебя заставлять что-то делать. Это не тот человек, который будет там, повышать голос там, или, там, условно говоря, просто который там будет «делай, делай, делай». Это... Человек, который ориентирован абсолютно на как бы, полярно противоположные вещи. И я считаю, что такой подход он является самым правильным, потому что если у человека есть внутренняя мотивация и внутреннее желание учиться, он может вытянуть просто максимум из такого учителя. Вадим, ви запалюєте нові бажання працювати. Як вам вдається? Я знаю, що, наприклад, зі свого досвіду, скажу, у нас був тренер так само із боксу, який просто показував і своїм цим вмінням, своїм вогником в очах, просто давав бажання нам працювати. Ви так само? Який у вас підхід головний до ваших підопічних? Ну, наскільки как бы, я хорош як тренер, це, мабуть, не мені судити, да? То есть, це якраз ученикам. Лучше. Мой подход действительно, как сказала Саша, он академичный в каком смысле? То есть я больше ориентирован на людей, которые имеют уже представление, что им нужно, куда они двигаются. То есть я сразу же могу сказать, что я не детский тренер, да, то есть я не очень хорош в этой роли, когда вот стоишь и постоянно там. Ну, с детьми так само? Ну да, с детьми нужно только так. Вот, я в этом отношении... То есть я больше ориентирован, скажем, на университетское образование, а не начальную школу, поэтому... А вы одразу бачите потенциал, чи все ж таки потрібно его відпрацьовувати? Ну, на самом деле ко мне как бы чаще всего попадают люди, которые... уже мотивированы, да, то есть они уже знают, чего они хотят. То есть я могу помочь этим людям, то есть добиться того, что они, тех целей, которые они перед собой поставили. Ну и на завершу я хотел бы еще запитати, что потрібно для того, чтобы потрапити на бразильское джиу-джитсу, крім бажання? Больше ничего. Тільки бажання і все? Безусловно. Фізична підготовка, можливо. Можливо, треба з батьками поспілкуватися. Можливо... Ну, ваше желание. Все. То есть ваше желание сформировано определенными какими-то вашими представлениями о том, чего вы хотите добиться в этой жизни. І ну, все. І пару часов свободного времени теж желательно. А скільки тренувань? Три тренування на тиждень чи більше? У мене зараз 7, якщо я не ошибаюсь. На тиждень? Да, в неделю. Было 11. Ну, если вы хотите добиться каких-то серьезных результатов, то 3 раза в неделю – это очень такой средний уровень
ни к чему особо не обязывающий. То есть вы просто для себя занимаетесь, и, возможно, что-то где-то будете на локальном уровне выигрывать. Но если вы хотите каких-то больших результатов, то это, ну, оптимально два раза в день. Два раза в день? Ого! Тобто зранку прокинувся, пішов на тренування, пішов по своїх справах, ну, і вечірні тренування? Ну, да. А де брати енергію? В самому процесі. Саша, де ти береш енергію на стільки праці? Ну, я зараз не тренуюсь два рази в день, но у мене ежедневні тренировки. Я беру энергию, как сказал Вадим, в самом процессе. То есть мне нравится то, что я делаю. Я не заставляю себя ходить на тренировки. Для меня это в радость. Круто. Мы вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви представляєте Україну і все ж таки золото дійде до нас. Це дуже приємно. І я нагадаю, що у нашій ринковій студії був Вадим Пузанов, головний суддя змагань TMS Ліги, і Олександра Яковенко, чемпіонка Європи, чемпіонка світу з джиу-джитсу, амбасадор Ліги TMS. Ще раз вам дякуємо. І знову дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що і надалі будемо вас дивувати. Найголовніша умова – будьте разом з нами. А щоб бути поруч з нами, потрібно поставити дзвіночок, поставити вподобайку, і ми чекаємо ваші коментарі.